пятый, да? Ну, поехали. Так, а тут у тебя, да, кнопка без него, чтобы ехать? Тут хоть на Ютубе деньги начали капать с этих роликов беспонтовых. Я хоть разобрался, как чё. $7? А я не знал, как сделать, чтобы это, чтобы деньги. Я только вчера вот, ну, лазил, видос смотрел, а потом смотрю, что есть. Короче, рекламу цепляешь автоматом, она, ну, там кнопку нажимаешь, чтобы рекламу показывал. То бишь, перед просмотром человек смотрит рекламу, и за счет того, что ты показываешь как будто рекламу, ну, с твоего ролика, и тебе капают бабки. А у меня там больше 200 видео, короче. Ну и все, я прицепил все эти рекламы ко всем роликам, и нормально. Там все равно кнопка есть выбрать все и вот эту хуйню сделать, подождать, и нормально. Уничтожьте все силы противника или захватите его базу. На которой сейчас я еду. Да, я ее только купил, она как бы еще. Ну так-то она быстренько едет. Сейчас ее еще подулучшу и будет вообще нормально. Ей бы перезарядочку чуть-чуть побыстрее сделать. Ну не сильно долго, но долговато. Так-то по пробитию она ничего, вы, блядь. Засада. А я так и делаю, я переобучаю его, потому что я там это умение качаю. А я это беру умение, чтобы они быстрее учились, короче. И они апаются быстрее. Вот, сидит, пидорас. Враг целится в нас. А, блядь, ну что это невозможно. И ехать не могу. Танк уничтожен. Это все маяк, это твой ебаный. Я тоже, когда оттуда играю, всегда почему-то в маяке в этом все было. Да что, у тебя он несколько выстрелов у него, у танка? А мне что-то показалось, что так два раза быстро шмальнул. Вот, у меня вот такой был, он, кстати, да, он перезаряжается ништяк. И вот у меня до того же тяжелого. Да, до того тяжелого. Такой же, ну, такой же был. Четвертый, пятый и шестой по этой же ветке. Ну вот, сейчас на шестом езжу. Я все попродавал просто их в пизду их держать. А то я не успеваю за сутки вот это X2 набить. Хочется и во все поиграть, блядь. Это пиздец. Так, ну добивай, пойду быстро покурю, хапану. Еще даже живой. Да я так хапануть, что-то оно не лезет нихуя.
Да, и на балконе не тепло нихуя, чтобы там долго стоять курить. У вас там тепло уже, походу, да? У нас еще двадцатка держится, блядь. Позавчера как снег. Нет, не позавчера, блядь. Не, у нас минус 20 еще держится. Ну днем-то нихуя, когда солнышко. По окнам аж слышишь, что это тает. А, блядь, вечер, утро — это пиздец. А снега вон навалило, тут в 2 часа дня как пошел, я видео снимал, на балкон вышел, я аж сам охуел. Прям такие, блядь, как грецкий орех, нахуй, снежинки здоровые. Завалило все, блядь. Так вот, я пьяный и хотел тут полепить, а я ж не пью, блядь, я ж закодированный, блядь. Если был бы пьяный, то, блядь, пошел бы лепить. Так, это чё? Ой, блядь, мне вот этот танк не понравился, но он перезаряжается быстро. Так, сейчас что-нибудь... Не. Не, ну я точно так же делаю, уже терплю. А тут у меня голда осталась, когда я премку покупал. Думаю, перевод сделаю, опыта, блядь. А потом думаю, ну его нахуй, переводы делать. Там я посмотрел, что немного опыта ты переведешь, а то у меня... На танке, который, помнишь, у меня этот, как Калашников стрелял, блядь, который длинными, у меня на нем 178 тысяч опыта было, я хотел с него весь опыт в общий перекинуть. И все, я как посмотрел, сколько это по голде, думаю, ну его нахуй. Да? А, ну тогда. Да, я и думаю, 400 нихуя бы там вышло бы, тогда нормально. Не, серебра хватает. Я так посчитал, вот если уже тут до такой степени быть помешанным на танком, ну и меня это не касается, конечно, то штуку в месяц даже кидать вот так на голду, блядь, можно нормально играть, блядь. Чё, считай, премка 500 рублей выходит. Я 700 рублей кинул. И... Ты игры покупал хоть раз на Соньке? В PSN? Нет, когда цифровые версии покупаешь, ты когда, ну, выбираешь, ну, в PSN, это, игру в корзину кидаешь, он тебя спрашивает, через что оплатить. Вот у меня две карточки, моя Visa и MasterCard. И все, я выбираю, через что. И вот также подписка, это, ну, PlayStation Plus у меня это. Как только у нее, да, ну, кончается, она автоматом с карточки штуку рублей снимает на 3 месяца, и все. Я не хочу эту на год подписку, нахуй. 3 рубля, считай, выкинуть сразу. Ну и все, а потом просто это, накидываешь игры, а потом в кошельке уже сохраняется твой карточка. Да я знаю, это мое нелюбимое место. Надо было хоть до половинки доехать. Там сейчас за камень спрятаться. Сосредоточиться на этом квадрате. Есть. Блять, там арта по нам ебошит. Враг целится в нас. Да вон, я этого уже почти расстрелял, вот, который на том берегу. Ну, кританул прям крышеньку, кибусянку разворотил. Что, кто-то его убил. Ты убил. А, блядь, там еще один. Танк горит. Блядь, меня подожгли опять, и у меня огнетушителя тут нет. Танк уничтожен. Я еще и вышел. Да и в рот его компот. Не, я люблю, когда других поджигать. А есть такое умение у этих, что чисто поджигать танки? Ну надо. Сейчас я своих пилотов посмотрю. О, у меня тут плюсики есть, сейчас я их получаю. Мне бы вот талант им, чтобы, блядь, поджигать. Вот это заебись.
Во, нашел, что выучить. Я тут мастер тарана. Я в последнее время у меня частенько такое, что я это. Их. Ну, это. Таранью, они. Да, чисто где-нибудь с горы разогнался и заявись. Я тут случайно, блядь, пилота голдового за 700, блядь, купил. Че, ты тут тоже? А, все, бой. Так, что там взял, блядь, у меня таких крутых нет. Вот, пантера. Это по какой она ветке? Сейчас я гляну. Так, это у нас седьмая. Ага, вижу. А я иду по ветке. А, ну у меня и пантера, и тигр могу взять. Так что, ну как раз следующие они у меня идут. Иначе я на них сейчас и коплю опыт. Ну, поеду тоже на тяжелом. Нет, подожди. Да я забываю. А тут нельзя никак, чтобы оно само оставилось. Каждый бой. Ну вот вроде галочка стоит, а вот что-то он, блядь. А, ну у него и не выставлено просто было. Ну все, все взял. 3000 отдал. Я сейчас его еще покрашу. Внешний вид. Камуфляж. Ладно, на 30 дней за 60 тысяч. Нормально. Хотя я его быстрее продам, блядь. Ему уже чуть-чуть осталось. А на компе сколько раз, ну, наций? 6-7. Франция там вроде есть. Я помню, я как бы, когда только танки вышли, вот так же 3 нации было. Потом вот добавили также Англию. Ну, я как бы посмотрел, так, чуть-чуть покатался, может, один денек. И все, не играл, а тут что-то сидел, играть не в чё было, еще Соньки не было. Я зашел, смотрю, блядь, там столько изменили, я бой начал, блядь, а хули я нуб, а меня закинуло опять же ко всяким этим, блядь, задротам уже там, опытным, блядь. И пиздец, я даже пукнуть не успел, я думаю, ну его нахуй, удалю игру. Да, и как на работу... Не, ну, на работу приду, блядь. Все начинают за, ну, за эти танки, блядь. Я говорю, хуйню какую-то играете, блядь. Говорю, нормальные гонки какие-нибудь дать доиграть, блядь. Враг попытается да ты чё, вот Халифану дали квартиру, там же прикол-то был в курсе. Квартиры давали танкистам. Кто там, короче, дохуя времени в танках проводит. Ну, это типа, короче, на психику, блядь. В случае войны ты там, блядь, чуть ли не первый в очереди встанешь, побежишь, блядь. Танк садится, блядь, и поедешь стрелять. Ну, короче, такая хуйня. Квартиры давали там. Сотку, 100 квартир, что ли, блядь. Я говорю, тут, блядь, людям жить, пенсионерам, там, ветеранам, блядь, нет, негде, блядь. А вы хаты раздаете. А, блядь. Что-то какой-то пиздец сегодня. Я его не вижу, он меня тут уже посреди дороги, нахуй, расстрелял.